Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. Конституция Российской Федерации начинается со слов «Мы – многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле». Многонациональный народ, соединенный общей судьбой. Вдумайтесь в значение и величие этих слов. Мировая история показала нам немало примеров того, как обеспечивалось единство тех или иных стран и государств. Где-то, как в Соединенных Штатах Америки, это единство было достигнуто путем тотального уничтожения коренного населения и превращения страны в плавильный котел, чем, кстати, очень гордятся политики и историки США. Большинство многонациональных европейских держав не прошли испытания временем и распались на мононациональное государство с тем, чтобы затеять очередной эксперимент, слившись в новое надгосударственное образование – Европейский Союз. Подобного рода действия требуют максимальной унификации всех сторон общественной и личной жизни. Именно поэтому отказ от христианства стал для большинства стран Старой Европы обязательным условием создания новой братской семьи европейских народов, где платой за вход является отказ от своей страны, своей веры и своей истории. Уникальность России состоит в том, что у нас, как нигде в мире, судьба отдельного человека неразрывно связана с судьбой Родины. Ощущение и понимание этой глубинной, неразрывной связи красной нитью проходит через нашу культуру и нашу историю. Главную боль от распада Советского Союза, которая до сих пор живет в сердцах народов некогда великой страны, можно выразить в двух словах – дружба народов. За последнее столетие мы как минимум трижды выдержали проверку этой дружбы, подтвердив свое желание и свою готовность сделать все возможное для сохранения уникального единства, завещанного нам предками. И сейчас для нашей страны, нашей великой России, укрепление и развитие этой дружбы является одной из важнейших духовных скреп. 4 июня этого года в составе делегации Архангельской области мне довелось присутствовать на праздновании 24-й годовщины создания Республики Ингушетия. Для меня во время этой поездки самым сильным открытием стали два имени, которые я увидел на Республиканском мемориале воинской славы, где собраны имена всех георгиевских кавалеров, героев Советского Союза и героев Российской Федерации. Это Дмитрий Сергеевич Лихачев и святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Во многом благодаря их позиции, их моральному и нравственному авторитету, в 1992 году российское руководство поддержало инициативу народов Ингушетии об образовании самостоятельного субъекта в составе Российской Федерации. Тем самым они показали нам пример того, как поступки конкретного человека могут влиять на судьбу целого народа. Два этих человека, православный патриарх и русский ученый, один из величайших гуманистов 20-го столетия, сделали для укрепления нашей страны больше, чем десятки и сотни политиков и общественных деятелей. В годы, когда наша страна проходила через один из самых сложных этапов своей истории, Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Судьба нации принципиально не отличается от судьбы человека. Если человек приходит в мир со свободной волей, может выбирать сам свою судьбу, может стать на сторону добра или зла, сам отвечает за себя и сам себя судит за свой выбор, обрекая на чрезвычайное страдание или на счастье признание, нет, не собой, а высшим судьей своей причастности к добру, то и любая нация точно так же отвечает за свою судьбу». Эти слова великого русского ученого-гуманиста не потеряли своей актуальности и по сей день. Еще одной точкой, которая объединила два наших субъекта, стали Соловки, а точнее память об одном из наиболее известных узников Соловецкого лагеря особого назначения, царском офицере, российском дворянине, ингуше Сазерко Артагановиче Мальсагове. Фигура Сазерко Мальсагова, бывшего офицера царской, а позже добровольческой армии, который в 1925 году один из первых совершил побег из Соловецкого лагеря особого назначения, участвовал во Второй мировой войне,
войне уникальна. Этот человек своей жизнью смог объединить самые разные эпохи и пласты нашей истории. Он показал нам пример того, как должен вести себя человек, однажды присягнувший родной стране, родной семье и родной вере. И еще он показал, как настоящая дружба помогает преодолевать любые преграды. В его книге «Адский остров», посвященный Соловкам, он так описывает один из наиболее драматичных моментов их побега. «Мы должны были перебраться через реку, преграждавшую нам путь на запад. Она считалась непреодолимой, поэтому ее не охраняли ни финны, ни русские. Мой друг Сазонов благополучно переплыл на противоположный берег. У нас совсем не осталось сил. Несколько раз мы опрометчиво бросались в воду и каждый раз, в конец измученные, возвращались на берег. Тогда Сазонов каждого из нас по очереди переправил на противоположный берег на собственной спине». Именно там, на Соловках, все эти люди, Лихачев, Мальсагов, Сазонов и многие другие, прошли свою самую главную в жизни проверку и сделали самый главный в своей жизни выбор. Наместник Соловецкого монастыря, архимандрит Порфирий, написал об этом следующие замечательные слова. «История Соловков в минувшем веке с предельной ясностью свидетельствует о том, каких страшных масштабов может достигать зло, прорывающееся в мир через людей, сердца которых отпали от Бога. И та же история доносит до нас неопровержимый факт. Зло бессильно перед твердым стоянием в правде. Мужество тех, кто перед лицом мучителей и самой смерти сумел сохранить внутреннюю свободу и человеческое достоинство, выводит исторический опыт Соловков далеко за рамки национальной истории России, вписывает драгоценную страницу в летопись человеческого духа. И сейчас, через ощущение нашего единства, мы строим и создаем великую Россию, где дружба народов, вера в Бога, готовность к борьбе со злом является той силой, которую невозможно сломать и преодолеть, той силой, благодаря которой мы, многонациональный народ великой России, объединенный общей судьбой, всегда будем хозяевами на своей земле. Храни вас Бог!